Народные артисты и герои России, спортсмены, профессиональные автогонщики, блогеры, врачи и люди, пострадавшие в дорожно-транспортных происшествиях, принимают участие во флешмобе «Дорога без трагедии», запущенном Общественным советом при Главном управлении МВД России по Самарской области. Его цель – снизить число ДТП на дорогах региона. Водитель заснул за рулем, я сзади не пристегнулся и от удара коленями пробил переднее сиденье. Теперь приходится хромать, так что даже на заднем сиденье надо пристегиваться. Прежде чем сесть за руль пьяными, вы хорошо подумали, с кем будет жить ваша жена после вас? Кто будет растить и воспитывать ваших детей? Кому нужны ваши родители? Присоединиться к онлайн-флешмобу «Дорога без трагедии» может каждый. Самарцев просят не оставаться равнодушными, ведь это может предотвратить аварию и спасти человеческие жизни. Если мы будем соблюдать правила дорожного движения, то ДТП будет меньше. Меньше будет потребность донорской крови, больше будет спасенных жизней. Поломаться можно ежесекундно, вот восстанавливаться очень долго, поверьте. Я весь переломанный после мото-ДТП, я не успел затормозить. Чтобы присоединиться к флешмобу, достаточно снять короткое видео на камеру телефона, в котором озвучить свой эмоциональный призыв к неукоснительному соблюдению правил дорожного движения. И видеоматериал прислать в мессенджер сообщества Главного управления МВД России по Самарской области, указанный на экране. Его смонтируют и разместят на площадках в сети интернет. Виктория Шара и события.